Джерин покидает бутылки воды у робота. Вон кружочек, видишь? Немал же, садись ты в звездочку, будешь бутылки воды собирать. Калк, садись водителем в звездочку. Джаспанк, садись тоже в этот в кружочек, будешь собирать бутылки с водой. Суслядинка, садись в чоппер. Что там еще? Кажется, надо суманить людей. Как тут? Вот такал, Extreme Corfari, заходите в инст. Второй портал нажимаете. Так, звездочки сидит уже чилик, да? Бум-бум, садись в чоппер. Вам ура, в чоппер. На звездочку сядь. Халк, садись в звезду. Сюда. Халк. Звезду. Ладно, в кружок садись. Скарлетт, садись. Кого же Скарлетт, садись в звездочку. Здорово, народ, есть места еще? Чего? Да. Бульду. Да, есть. Ладно, погнали. Альфари, садись в осадку, будешь что-то делать. Чопперов не подъезжайте к машине, ладно. Так, это самая тактика какая, не знаю. Надо просто, наверное, клавиши жать. 1, 2, 3 похода. Сейчас узнаю. Сейчас стой. А, да. Не стреляйте с пушек. Давайте, кто с пассажирами садились в тачки, давайте быстрее. Джерин, подожди, сядь в кружочек, сейчас убьем босса. Там пару минут надо. Водила надо. Клода, ты тут? LG. Вот, а ты тут? Вот, а Лена. Сядь там в тачку, там звездочку видишь, просто сядь в тачку, поиграйся там, побегай. Вон, видишь слева.
получилось! Оборона Ульдора прорвана! Еще чуть-чуть, и мы высадимся у... Что это? Берегитесь, к вам что-то приближается! Можешь попробовать. Это делал, я с Джереном убивал этого босса вдвоем. Вдвоем. На двух разных тачках. Что там босс выходит, нет? Так, я вот так. Хоба, опа. Хоба. Двойку нажали, все двойку жмите по боссу быстрее. Так, синий колчедан, быстрее, быстрее. 2-2-2-2-2-2-2. Как я слышите, как я нажимаю двойку, вот так надо нажимать. Вижу только что три машины стакают. Подбирай колчеданы, кто со мной сидит. Animal Jazz. Отлично. Набрал. Эти осадки. Отойдите, пожалуйста, от босса, там задеваю вашу роль. Подбери колчедан. Давай, сбивай каст, кто в осадной машине, сбейте каст. Только от одной машины висит стоит. Ну, можно не сбивать, да, действительно. Я собью. Жесть, мы две машины уже почти снесли пол хп. Гутербол, беги! Беги, Гутербол. Нужно бегать. Так, Animal Jazz, подбирай слева. Все, пока не подбирай. Блин, тупо двойку жму, столько колчедана. Здесь вот надо сбить каст, короче. Красава. Надеюсь, на меня не пойдет босс. Будет трагедией. Даже две машины убивается. Ой, огонь. Скарлетт, спекайся в танка. Вау, бэшная вещь, которая стоит 25 тысяч. Я думаю, заберу себе. На трансмут отдай. Давай деньги. Так, катушку. Вот катушку можешь забрать. Тут все бэшные вещи идут на ивент Войда. А Войд об этом знает? Думаю, да. Ну, когда ивент уже не будет до Нового года, ребята, возвращается. Значит, чем больше времени, тем больше денег накопится. Ты там шмот на рестор шамана, если есть какой-то его роль в себе? Нет, там его нет. Там... Идемте направо. Направо? Да, направо. Пока минус 5, можно убить острокрылую. Давайте печку сделаем. 25 надо. Мне осталось. Вот ты мало в Даларане до сих пор. Смарт Кью в Ледяной Короне. Ну, кик, ну, значит, после острокрыла их. Ну, Джаз, будь добр, спекни с танка, помоги Скарлетт потанчить этого босса. Дайте маму-то, пожалуйста, только выясни. Амура, ты тут? Ага. Спасибо. Мартью, ты летишь? Да. Полчаса. Ладно. Погнали.
хоть представляете себе, сколько это чего делает по времени? Минут 10. Ладно, да. Можем не делать ее специально, просто сколько зажарится, столько зажарится и все. А что неделю так делать, она и сделается. Давайте так и сделаем. Так. Полобафы выйдут? Полобафы не выйдут. Двое всего. Думаю, Animal Jazz должен раздать каску, а Калк крест кулак. Вот так будет лучше всего. Потом Смарт Пью победит и будет кресты всем раздавать. Вы уже начали с Острокрылой? Не. А чё тогда, бой я не могу войти в инст? Куда начали? Оттуда. Подожди минуту, две. С активкой-то никто не делает, да? Кто не делает? Космический ремонт на кухне? Давайте мобов. Я запускаю босса. Снова взлетит. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание. Еще не готово. Ой, как мне понравилось ходить в 10 обычки. Может, сегодня еще одну соберем? Целка 10, Тём? Угу. Да. В 2 часа ночи. Бом-бом. Кажется, тебя бьет моб. Что это было? Почему вы умерли? Вихрь? Так, тут не знаете. Не строится. Знаешь почему? Нет. Потому что еще рано. Вроде бы волна уже была.
аккаунт. Где же Пейпер, который рассказал, что у него выходной день, и он сможет зайти в Ульдуар? Был сегодня в обычке. Понятно. Войт, ты ему еще за это ХП накинь. Кому? Пеперу. Опа, осколок. Видишь, какой дар божий. Опа. А сон кто будет? Ну, сума нет, демона нету. Вот это... Ты пока просто летим и бьем трэш. Окей. Не, голова анрул. Че, на робота идем? Не, идем на... На... как его... На толстяка красного. Трися. Наверное. Вроде голову. Выиграл. Куда этот тренер? Я зачем тренер на Элема? Давай меняться. ЕП Навара, окей? Ты в среду будешь? Держи. Ну, среда, я на вторую, здесь буду около 9. Ну, будет шоу, да, наверное. И давай на бусеньку. Да. Пишу сейчас, короче. Это ты же был ночью, Селка? Нет, это не он, не был. А, там хмели-шмели было, точно. О, да. О, да. Так, Фога, ты сова, да? Я уже сова. Давай, хер, ладно. Не хватает 4 дамагера, это сказывается на ДПСе. Фантастик. Кто? Чё, блин, кофе? Амины. Один долбоёб не попал на мины, блядь. Чё? Кто это такой? Кричит здесь ВК, оскорбляет людей. Кто это? А, кстати. Мы же не материмся больше. С завода моба кто танчит? Ну, и фласки пьем, да? Фласки. За фласки потом будет минус ИП, это, наверное, с нового года, короче. Давайте идем это правило. У кого нет классов, минус 500 ИП.
рецептами ролим. Бое, кроме ульды, мы ролим. У него есть шанс ролить вещи, продать их, купить фласочку. Никого не добрал? Нет, это кто? Не, просто я сомнуть могу. А, это не-не-не. То есть я в рейде. На ком? На красном толстяке. Кушаем рыбу. Подождите, я же побегаю. Могу продать за 30 голд. У меня уже достаточно таких предметов. Чё? Сейчас продам. Какой порт брать? Плац. Не, подожди, там кузня, кажется. Вижу. Джерин, ты тут? Угу. Кто там? Скарлетт. Ну где? На толстяке. На толстяке красном. А я уже понял. Проведитель горнов. Да, вроде каску, кулак, чувак. Макрон. Держи, проснись. Не встойте ковше. Красная такая лужа. Наносит по 2400. Очищение огнем! Да поглотит вас пламя преисподней! Очищение огнем! Сейчас не захилят, и он сделает отчего. Гуля, сколько у тебя осколков? 6. Это не будет 16.
Скоро все хилы выроски будут с валанерами, да. Да. Пуку. Не упал с осколок, но не отчаиваемся по этому поводу. Держи бутербол шапку, чтобы закрыть свои печали. А это Фоги, я думаю, отдам. Это пояс. А, наверное, ты хочешь чего сделать, да? С экипировкой. Да, уже друиду. Тоже легкий босс, все вы знаете, по первый раз на этом боссе. Когда-нибудь мы сделаем хардмод здесь, но это будет совершенно другая история, когда здесь будет 25 человек. Чек на пул. Покушаю пока рыбы. Подкреплюсь. Ну и покушали, можешь пулять. Скарлетт Йоханссон, пуляй. Держи босса в одной точке, прости, и все. Луком вынетем на метку, выбегаем из рейда. Ламура, кажется, на тебе темная метка, да? Так. Появилось сердце. Надо сыграть в него. Снести 80% здоровья. Начинаем бить мелкий трэш. Справа, слева хламоботов. Не бейте сердце. Можете подбить еще немного. Играем в мелкий трэш. Боботы, хламоботы. Большой трэш пока не трогать. Слева еще убейте хламоботов, чтобы они не восстановили здоровье боссу, но заодно получили бы ачивы. Можешь давать сакру, а не малжас. Теперь можно слить и большой трэш. Нерен многоходовочник. Так, опять сердце. Просто хватай большой трэш, трэш не бейте. Сейчас сердце закончится, и мы убьем босса. Бейте мелкий трэш и доводите сердце до... О, господи. Да ляма. А, блин, 5-4. Ого. Значит, плохо снесли. Давайте, играйте в трэш. Амура. Клота, Лена, ты здесь? Будьте добры. Снять метку отсутствует. Я не вижу вашего здоровья. Не могу понять, вы мертвы или нет. Благодарю. Утрыбал, будьте добры выйти из рейда. Подальше от Анрикса, подальше от Анрикса. Бегайте, но подальше от Анрикса. Не отбежали.
Так, а сколько нет? Кольцо, возможно. Я не могу бери себе на ретрика. А у меня такое же есть. Возможно, плечи. Так, есть у кого-то третий станк? Третьего нет. Пимишка. Пимишка, да? Только да. Сабишка. Значит, будем потихоньку агрить. В общем. Так, подожди. Экстрим, какие покаяния на звезду? Кажется, иммунитет на ней нет. Кинь на звезду покаяние. Все, отходимся. Кружочек играем. Стан по кружочку. Теперь притянешь сагрить звездочку. Так, Халка, ты на звездочку кинешь тоже покаяние поставил. Кидай на звезду покаяние. Так, а мы играем ремонтника. Кружочек. Тоже стан ему. О, нет. О, нет. Звезда вышла из-под контроля. Смарт Кью, ты тут? Тут-тут-тут уже. Нам без себя не убить, понимаешь это? Куда портоваться, в вестибюль? Да. Стоять, сагрить больших, если это возможно. Ладно, тогда не надо. Экстримка, кидай покаяние на звездочку. Нужно подойти поближе. И, блин. Оно подведи звезду бафни. Ну, классно. Как же на рассагришь? Кружочек играете, встали все под кружок. Сейчас Войт сагрит право. И мы упадем. Давай сакру. Молодец, Войт. Бейте мелкий трэш, бейте сначала. С тебя голдовой. А кто сагрит? Ну я танка нашел, да. Понял. Короче, у нас три вагона. Киллер, Стар, Фламба. Кто-то еще был. Войт, наверное. Ну ты Ламбра так был, вагончик. Наверное, думал про Жерину. Нет, Жерин не вагон. Киллер, Стар, Фламба. А, наверное, два так. А. И бум-бум, наверное, тоже.
Говорю, ты из Казахстана, да? Только времени там. 3 часа ночи уже. Ну давайте будем. Хардмод кому-то надо вообще. Можно. Ну, он же самый простой. Да, он самый простой, но надоело уже так убивать. Можно побегать от маленького Филипца. Последнего Сендера. Не, ни то, ни то нет. Давайте Брундира будем последним убивать. Сначала будем убивать звезду. Не, давайте лучше первый кружок, потом звезда, последний квадрат, в конце концов поставь шкаф. В общем, главное на последнем ходе, когда будем бить этого маленького Филипца, нужно запомнить некоторые вещи. Во-первых, если босс поднимается в воздух, он начинает использовать магию природы на ближайших игроков. Поэтому от него надо просто бегать. Второе, если он использует перезагрузку, от него надо подальше отбежать, это как обжигающий холод 8 дры и что там еще есть у боссов. Такие похожие фишки. А третья фишка, он кидается молнией, нужно врейд захиливать хорошенько, давать сакру. Ой, я танчу. А, нет, спеть не в сову, с играм лучше потанчит. И в сову давай. Трисию, кружок танчит Animal Jazz, Scarlet Day, ты танчишь Филипца квадрат. А нет, это Сендер. Сендер квадрат. Чик. Чего я танчу? Кого? Печеньку? Да, печеньку ты танчишь, кружочек. А это трисета. Ну да, уж. Это совет Минска. А, понял все. Так, убиваем сначала кружочек, потом звезду. Поняли, да? Погнали. Главное себя диспель. А это без проблем. Карли, ты просто ЛПшки кидай и ПКД там, типа, ваткой там, все такое. Так, зашли в этот квадратик синий. И подведи босса в квадрат синий, ну, квадрат. Кружок синий, подведи боссов. В милике доставали с бафом. О, так, правильно. Эти надо не забыть использовать железную походную флягу. Не забывайте на него нахуливать. Ластограмма? Да, не могу железо. Все, он же не так. Давайте в звездочку играем, теперь пропадет этот синий круг. Нужно будет всем выйти на дистанцию и посмотреть, когда появится зеленый круг, и с него выйти. Я думаю, это предельно ясно. О, давай сакру. Сакру. Да. Забыл про это сказать. Выходите на дистанцию, вышли на дистанцию, вышли на дистанцию. Сейчас будет зеленый круг. Отлично, заходите в синий кружочек. Опять надо захилить.
Боль такая, сука. Черт. Скарлетт, мне кажется, этот касс можно сбить, если я не ошибаюсь. Ну, прикольно. Да? Заморозка разума у тебя есть? Будь там. Действительно, видишь, Скарлетт, можно было сбить этот каст два раза заморозкой разума, но тогда бы хилам не пришлось напрягаться. Еще подумал, а как вы... О нет, господи, он взлетел! Убегаем! Убегать, он сейчас за кем-то погонится. Я повелитель Беларуси! Бульба. Это он так сеет картошку на полях. Обычно белорусы. Какие же крутые шутки. Да. Я целый час подбирал шутки. Как быть, Олег? Точно, спасибо тебе. Сейчас бы опять не выпил. Конечно, никто не умер. Перезагрузка, наверное, это опасная вещь. Железное собрание и открыли архив. Молодцы, ребятки. Да, есть один слот в Ульдуар. Можешь зайти. Да я уже захожу. Это не надо. Это сюда. Мигающее око. Я не то. Я думаю, ой, ты уступишь со слятинки. Шею. Ты уже третью вещь забираешь. Мы же друзья вроде. Ладно, пошли. Так, вот. Вот это, наверное, надо кому-то, да? О, давайте сделаем новые ачивы. С распростертыми объятиями, да? Ну, не молджазу надо, он ретрика собирает на посланника. Потому что у нас три протопала есть, а ретрик... Давай тебе отдам. И фламба. А мне кажется, что это действительно шляпа. Кидай мне пати. Потому что это скорость и ловкость. Классно. Ловкость это крит. Пацани. Так, Скарлетт. Ты тут? Скарлетт. Тут. Ты выставила на панель скиллов скилл заморозка разума? Да, есть. Отлично. Теперь ты будешь начинать первый танчик этого босса. Выделяешь сразу калагарна, не правую, не левую руку, а калагарна. Нажимаешь три раза ЛП, а потом кровотвод ЛП, чтобы огром набрать. Сразу прожимаешь там кровь вампира прожмешь, этого хватит. Вот, и танчишь, пока на тебя не повесится стак. Потом с тебя забирает Animal Jazz, танчит он. Да, мы убиваем. А, мы не будем убивать руку, да. Мы не будем просто босса играть, точечного босса руки не трогать. 24 ВРК, есть слот? Так, Second Sox, давай шкаф. Ну, кстати, если кого-то хватает в руку. Надо в нее сыграть. 25% уничтожить, по-моему, у руки, и тогда человек спускается на землю обратно. Так что мы потеряем этого человека? От чего не засчитает? Нет, мы потеряем ДПС.
Он раньше не спускался, а сейчас же спускается. Да, Скарлетт, прожимай незыблемость, наверное, после крови вампира, как закончится. Ладно. Смарт-Кью, ты готов? Смарт-Кью, Кишинев, ты тут? Отлично. Скарлетт, погнали. Все играем в Калагар на рост Гамспула. Неплохо. Прожимай незыблемость. Пускай она пока потанчит еще. Все, босс, играем. Все, забирай Animal Jazz. Animal Jazz получишь стак. 100 грамм забирает босса, потом ты на него кинешь сразу капельку. Сыграйте в правую руку, может посмотрим. До ляма 500. Смотрим. Сплокину капельку. Короче, не играйте в руку, не работает эта фигня. Не. Играйте точечно в босса. 100 грамм забирай босса. Капельку на него. Скарлетт, забирай босса. Калк, кидай каплю на Скарлетт. А чё 100 грамм танчит? Получил дебаф. Странно. Да, вот вам и ачива. Вот в десятку мы ходили, меня там Броку схватило. Её побили чуть-чуть, меня он упустил сразу. Что значит? Ну, скорее всего, что либо рандомно как-то работает, либо, не знаю, какое-то условие, которое мы не знаем. Сейчас здесь будет проходить босс, поэтому если будем бить... Давайте, их... хорошо, попробуем сделать аурию. Это будет не так легко, как кажется. 100 грамм Animal Jazz. Вы сначала танчите мобов. Мы их сливаем. Так, Скарлетт. Ты будешь танчить босса. Желательно танчить босса так, чтобы он смотрел лицом туда, где находится большинство рейда. Потому что у босса проходит удар, который делится по всем членам рейда. Выведи еще. Чего? Сейчас босс опять сагрим. Так, подойдите все, пожалуйста. Может, третьего танка добавить? Тут три танка. Давай. Ну, а если Animal Jazz сумеет станутить моба вовремя, то мы можем сделать бессмертие. Так. Вот, кинешь на Скарлетт. Эфир первый, второй Клота. Скажу когда. Третья Ливерка. Чё? Скажу, короче, когда кинуть антифир на БДК. Окей. Вот, кидаю сразу антифир на Скарлетт. Вары. А, ну тут баш есть, ладно. Ладно. Влад по роге.
Так, давайте. О, давай шаманов раскидаем разные пати, ладно? Давай. Смотри, вары сами себя смогут снять. Да к танку поставь, чтобы танк босса не вороченко попал. Скажите, когда босс подойдет. Вот, вторая пати абсолютный иммунитет к фиру. Первая, третья, четвертая пати у них есть тотем антифира. А пятая пати пошла. Пятая пати отстой. Идет потихоньку. А это идет души ГМ адептов. Так, где танки? Сначала танки, а где мобов, мы стоим. Звездочки, они вводят мобов, мы убиваем. Подведите мобов на пьедестал. Давайте быстрее сливайте мобов. Встаньте все в звездочку. Прощай, Ламура. Прощай, Чива. Ну да, ну, ничего страшного. Не в первый раз. Танки немного неопытные в этом плане. Не смогли загреть 4 моба. Да, их можно понять. Ну ладно, будем делать Чива 9 жизней. Так 100 грамм вообще не здесь он. А, не здесь. Здесь он, говорю. Танки. Нет, просто он не танчил. Не знаю, мне написал, что в РК зашел. Все тип-топ. У нас будет защитник. Вот этот виз, который делит урон по всем игрокам. Отошли от луча. Играйте в защитника. Давайте в защитничка играем. Отлично. Надо прервать каст и собраться под боссом. Поверни босса на звезду. Поверни босса на звезду. Сделай 3 шага назад. 3 шага назад. Еще. Еще. Отлично. Дикий защитник будет выходить с той лужи. Как он выйдет, ты повернешь босса на лужу. И рейд сместится туда тоже, на лужу. Давай, поворачивай. Играйте все в защитника. Забегайте все под босса быстрее. О! Видели, как он-то задамажил, да? Так, вводи босса. За звездой. Давай. Так, фейл, поднимай фогу, фога, поднимай смарт-кью. Пожалуйста, инеры по фоге. А, блин, на ури, стопайте по ури, господи, я забыл сказать, что надо стопать, и вы не додумались до этого. А мы что делаем, на чего 9 жизней? Ты же не сказал про 9 жизней. Ты ни разу про них ничего не сказал. Ты вроде сказал. Он сказал. Нет. Да. Сказал. Ну, уже не получится, там 1%. Похильте ее. Какие? Контроль, возьми ее. Это, ну, мы без смертей делаем. Ну да, я вижу, как без смертей делаем, да. Неплохо. Это, оказывается, вы еще били на фул. Ладно, ничего страшного. Не сделали, так не сделали. Когда-нибудь в следующий раз сделаю. Когда-нибудь, через пару лет, наверное. Закроется сервер. На другом сервере уже сделаете.
Не, у меня нету ничего. Вот эти? Они у меня. Можно фрилут? А, уже не надо. Было опасно. Я покурю быстро, 2 минуты. Хорошо, напомни. Твои легкие наполняются никотином. Ливерка молодец. Теперь мы оформим код. Если еще раз наступить, то она будет вылезать? Ну, нет, да. Нет, уже до самого дна пробела. Было бы прикольно, если бесконечно вылезали, да? Да. Ура! Куда ты пошел? Так, ну давай, будет, я подамажу тут. Заметь, это не я была. Да. Понял, спикайся в кота. Так, это босс, на котором нельзя рассказывать тактику, поэтому будем бить молча. Главное ходить. Маги, поставьте, пожалуйста, столик. Давайте, выслушаем. Налево ходить, Войт, налево. LG, есть столик у тебя? Спасибо. Ты немного остался. Спасибо. А направо нельзя. Я буду делать только подсказки во время боя. Не слушайте, что Гутербол пишет. Тролль какой-то. Маркью, ты где? Ничего, просто стой. Где этот Васян? Почему он подтвердил готовность, но не суммонец? Так, ну ладно, пошли. А, стоп, подожди. Animal Jazz в ретрике, Фога. Ладно, хорошо, погнали. Так, интересно. Опа, склепы какие-то появились. Наверное, надо разбить. Нет, не надо. Ух ты. Кружочки появляются. Буду их забегать, наверное. Спал. Ты говоришь? Боссы перепутал, говорю. Маркью. Бывает. Будем мы почти у Ханта 7 стаков. Че говоришь?
Чё, блин? Откуда дамаг такой сильный проедет? Да не, это бафы просто. Я не могу кастовать лавовую эту молнию, блин. Много славы. 0,2. Блин, тут это. Фуга, смотри, ты заморозился. Надо вас разбить или не надо? Классно, да? Два сундука, да? Чего? Два сундука. Да, второй сундук при Хармоне появляется. Ой, еще один щит на аук. Блин, сегодня шмотки для ивентовоида просто горой сыпятся. Защитник. Так, следующий босс у нас что? О, нет, только не Торин. Девушка опять. Лесная. Делаем здесь хардмод. Как обычно, без смертей? Хардмод без смертей, да. Так, 100 грамм. Мне, наверное, придется танка спернуться. Так, в комнату иду я. О, нет. Animal Jones пойдет. Комната. Я, Баш, 100 грамм, Void, Сержик, смотри, вот 4, 5, Калк, 7, а, да, 100 грамм, ты в танк, не идешь в комнату. В комнату идет Джерион, Баш, Халк 3, Альфари 4. Соснятинка 5. Джаспанк 6. Смаркил, мы сейчас на Торима идем. Кого-то есть DC в рейде? Да, наверное, холик. Да. Ну, короче, главное набрать всем дистанцию РДД хилам. А там хоть камни с неба. Там на удачу. Может, еще мобу поконтролим? Чтобы дополнительный аура был. Согласен. Хорошая идея, тоже сможет это сделать. Ну, либо Клота, либо Ливерк. Я за Клота. Да. Клота, ты за кого? За Ливерку или за себя? Я за Ливерку. В смысле? Ладно, тогда Ливерка. Контроль. А что делать-то надо? Да я не знаю, кто это. Баш тебе в ПМ расскажет. Я вообще с Войда. Ну ладно, надо прочитать. А чего пока надо? Ну блин, пожалуйста, я это... Я залажаю, Олег, не надо. Наверное, это оно, да? Кому нужна кровожадность? Надо законтролить моба.
появится. Это проворство на панельке. Подбежать к рейду надо, прожать эту ауру и стоять с ней. Вау. А токен с последнего босса, который вы убили, что, только один был? Нет, двое. Чек на пул. Спекну с хила, правда, ждите. Так, не забудьте, Альфари, там, Джаспанк, Сержик, 100 грамм, ты остаешься в комнате, танчить здесь. Скарлетт.